Всем привет! Меня зовут Роман Шевченко. Это кулинарная студия «Фартов». И сегодня мы с вами приготовим оладьи из тыквы с лесными грибами. Для этого блюда мы используем лесные грибы. Это свежемороженные грибы, но мы их обжарим вместе с тимьяном и чесноком. Далее для теста мы используем, конечно же, тыкву, муку, яйца, йогурт, немного мускатного ореха. Начнем с приготовления теста. Для начала нам нужно натереть тыкву. Натираем на крупную терку. Теперь добавляем сюда соль, мускатный орех, яйца, муку. Перемешаем все. Чтобы оладьи были более пышными, мы добавим немного разрыхлителя. А густоту теста мы регулируем добавлением йогурта. По консистенции тесто должно получиться как густая сметана. Обязательно нужно попробовать тесто на соли. И добавим свежемолотого черного перца. Итак, тесто готово. Теперь переходим к приготовлению грибной начинки. Измельчим чеснок. Чесноку оборвем листики тимьяна. Немного измельчим вместе с чесноком тимьян. Теперь нагреем сковороду, добавим растительное масло и обжарим грибы. Грибы у нас предварительно порезаны. Сковорода должна быть очень хорошо нагрета. Если у вас грибы очень влажные, промокните их на бумажном полотенце. Что касается именно лесных грибов, вы можете их всегда заменить вешенкой или же шампиньонами. Грибам нужно немного поджариться и затем добавляем чеснок и тимьян. Теперь соль и перец. Все, теперь начинка готова, и мы ее перекладываем отдельно в тарелку. Итак, начнем формировать оладьи. Мы это будем делать в этой сковороде с помощью вот таких формовочных колец, чтобы форма у нас была идеально ровная. Итак, сковорода с формами нагрелась, сейчас брызнем маслом и начнем формировать оладьи. Теперь выкладываем грибы, которые будут в центре наших оладьев. И сверху снова выкладываем тесто. Теперь отправляем оладьи допекаться в духовой шкаф при температуре 180 градусов 15-20 минут. А пока оладьи выпекаются, мы приготовим сметанный соус, в который мы добавим петрушку, чеснок, немного соли и перца. Когда мы мелко порезали чеснок и петрушку, перекладываем ее в соусник со сметаной. Немного соли и перца. И все перемешиваем. Итак, оладьи готовы, и мы начинаем оформлять блюдо. Оладьи с тыквой и лесными грибами готовы. Я желаю вам приятного аппетита!